Всем привет! Сегодня посмотрим мою коллекцию мылок. Так, мылок Португалия, Греция, Германия, Болгария. Ну и немножко там по одному-два брусочка будут. Сирия, Италия, Швеция, Израиль, Испания и Эмират. Ну, начнем с Португалии. Вот такой вот красавчик. Один у меня брусочек такого мылка. Я как-то его в продаже увидела, а потом оно пропало. 200-граммовый брусочек. Так, травяное. С ароматом свежескошенной травы. Вот такой вот красавчик. Даже сюда вот. Он, знаете, здесь трава, она свежескошена, ну, как бы не прям, да, вот свежескошенной травы, как есть, прям зеленью свежей пахнет. Нет, он здесь больше как цветочно-травяной, но аромат свежий и довольно-таки отдушка насыщенная. Пахнет классно, очень классно. Так, далее вот такое вот кокосовая мылка. Здесь у нас 130 грамм. Это с недавних подарков. Вера мне присылала в подарочек. Вот такой вот. Удобный такой брусочек. Я люблю такие вот брусочки. Сладенький такой шоколадно-кокос, какао, такой аромат. И немножко есть такого парфюмированный. Не прям, знаете, такой вот, как сладкий кокос там или сладкий шоколад. Нет, тут что-то такое вот есть кокос, сладость кокосовая. Ну и такой вот больше парфюмчик. Вот такой вот набор. Это мне на Новый год Вера присылала. Тоже я делала распаковку в подарках. Здесь три брусочка, ванильное печенье, сосна и рождественское утро. Вот такие вот брусочки. Нереально вкусно пахнет. Здесь обалденный аромат. Здесь и сосна, и вот печеньками пахнет, выпечкой. Такой пряный аромат. Ну, обалденный. Не видно, да, я так вот его ставлю, но плохо видно, наверное. Классные, вот все такие брусочки, все яркие, ну, больше в зиму, потому что летом они будут, наверное, ну, душить, они прям такие вот насыщенные. Вот такой вот Гала, это у нас... тимьян и апельсин. Небольшие брусочки по... Господи, ну так плохо видно, золотым по красному. По 75 грамм. 75 грамм брусочек. Сейчас я вам его покажу. Я открывать все не буду. Просто покажу, ну, какой вот брусочки, какие у них. Вот такой вот. Такой цвета ириски. Ну... апельсин нет, а вот больше тимьян. Тимьяном пахнет. Такой прям специи, тимьяном. Апельсином нет. Апельсином не пахнет. Не пахнет. Совсем не пахнет. Далее базилик и сосна. Вот такие интересные, да? Гормон. Такой какой-то... беленький брусочек, сухие, уже их нужно брать в использование. Ох, обалденный тоже аромат. Здесь сосна пахнет вкусно и базилик пахнет. Сосна здесь такая не сладкая, а вот она с базиликом тоже такая пряная. Ну такой вот, ну аромат такой интересный. Мед и розмарин.
Это все мы еще смотрим Португалию. Медом пахнет. Розмарином как-то не очень, а больше мед. Стевия и ромашка. Ну, тут такой цветочный, парфюмированный цветочный аромат. Не пахнет, знаете, вот, ну, натуральной там ромашечкой, ну, такой вот. Кокос. Это все Ашбрита. Вот эти вот мылки я вам показываю. Это все Португалия Ашбрита. Такой вот. Ну, парфюмированный. Нету сладости натуральной кокоса, а больше такой вот, как парфюмом пахнет, духами. Ну, приятный аромат. Гортензия. Очень вкусный, цветочный. Тоже такой парфюмчик. Роза. Тоже розой пахнет, но роза не болгарская, как болгарская, а такой даже шампунем пахнет. Кала. Ну, вообще в переводе как белая кувшинка. Но здесь я вижу как калы. Немножко с розой похожий аромат. Тоже парфюмированный парфюмчик. Лотос. Тоже цветочный аромат. Вот я использовала Ашбрита, я брала грушу. Ну, такой аромат был, ну, фруктовый, но я не скажу, что пахло грушей там. Ну, такой фруктовый был. Но вот эти вот цветочные ароматы намного насыщенней, чем груша. Груша была такая, побледнее аромат. Прополис. Здесь тоже, наверное, 75. А, здесь уже 90. То есть вот эти вот по 75 грамм, здесь уже 90 грамм брусочек. Пахнет как... Не пахнет прополисом, нету вот этой горького аромата прополиса, а пахнет как молочно-кремовый такой сладкий аромат. Алоэ вера. Беленький брусочек. Кремушек, основа кремовая. И чувствуется отдушечка алоэ вера. Так, это мы посмотрели Португалию. Сейчас я вам покажу Грецию. Греции много. Давайте мы Португалию как-то вот так вот сгруппируем. Чтобы у нас еще поместилась Греция. Так, поехали. Греция. С соком персика. Это натуральная мылка. Ручной работы. Вот так вот они выглядят несуразненько. Нарезные брусочки. Практически без аромата. Это мыло оливковое, но нету аромата оливкового мыла. И, ну, соком персик, ну, персиком пахнет, ну, знаете, так далеко-далеко где-то, можно даже сказать, практически и не пахнут. Розмарин и базилик. 145 грамм брусочки. Тоже такой вот ручная работа. Есть сухостойчик вкрапления. Пахнет розмарином. Базилик я не слышу. А вот розмаринчик пахнет очень вкусно.
ваниль и кокос. 145 грамм. Это все мы Грецию смотрим. У меня уже в носу чешется. Так, вот такой вот тоже. Есть какие-то вкрапления. Угу, ванилькой немножко пахнет. Ну, может и кокосом. Кокос, он тоже такой сладкий аромат дает. Отдушечка сладенькая. Ну, пахнет сейчас ванилькой. Вот такие вот два мылка. Это из недавних подарков. Покупок. Это Греция, растительная мылка, натуральная, 100% оливковая. Это беленький брусочек, белое оливковое мыло, вот такое вот. Пахнет вкусно, кремушком сладеньким, нету оливкового аромата. Здесь 220 грамм. И вот такое вот мылка, здесь 150 грамм, но здесь уже такой кусочек, пластилинчик, как я на него говорю, вот такой вот. Да, здесь уже пахнет оливочкой, пахнет как калистон, аромат оливки. Так, ну и далее у нас папудзанис с лавандой, 100-граммовый брусочек, Греция. Вот такой вот. Довольно-таки худенький. Вкусная очень лаванда. Прям свежая такая, как цветочек лаванды пахнет. Вот такие вот три глицериночки. Так, это у нас цитрус, апельсин. Это у нас ягоды. И это у нас алоэ вера. Но они закрытые. Через апельсином очень вкусно пахнет, через упаковочку очень вкусно, классно пахнет. Здесь пахнет ягодами тоже через упаковку, очень слышно. И здесь тоже через упаковочку слышно, ну, такой вот зелененький аромат, тоже как на шампунь немножечко похоже. Тоже, ну, приятные, классные ароматы. Папудзанис, бергамот и зеленый чай. Бергамотом пахнет, зеленым чаем не пахнет, больше как аромат бергамот. Жасмин и сандаловое дерево. Так, эти брусочки у нас по 100 грамм. Беленький тоже брусочек, тоже довольно удобная форма. Ну, здесь сандал, он ароматизированный, он не такой, знаете, как натуральный вот сандал есть. Здесь больше жасмина тоже не слышу. Здесь сандал ароматизированный и жасмин, ну, скажем так, цветочно-сандаловый аромат, но сандал ароматизированный. Нету той натуральности, сладости, приторности сандала. Калистон с вулканическим, черное мыло с вулканическим экстрактом вулканического пепла, наверное. Вот такой вот черный брусочек. Вот оно пахнет оливковым. Основа как оливковое мыло, да, такая пластилиновая. И, ну и все-таки же сюда калистонут. У них все мылка пахнут таким оливкой, да. Ну и это вот тоже основа оливка. Ну и все-таки вот если это вулканический, если это черное, это уголь, это пепел. Все-таки они сюда добавили вот эту вот отдушечку, немножко на мужские уходовые средства похожую. Так, это мы все смотрим. А, это уже папудзанис. Давайте калистон, потом у меня еще папудзанис будет. Перепутала немножечко. Так, оливковое масло. Мылка с оливковым маслом. Здесь он закрытый. Ну, через упаковку, ну, не пахнет тоже плохо, невкусно оливкой, а такая ароматизированная. Давайте дальше калистон продолжим.
Так, колистон, это у нас что? Это у нас опунция. Здесь сколько грамм? 150 грамм опунция. Вот такой вот красивый. Такой немножко... Вот он пахнет вкусным хозиком таким, с лимончиком. Такой какой-то зеленый. Здесь есть одушечка зелени какой-то, цветочная. Что-то такого вот цитруса какого-то. Ну, приятно пахнет, так натурально. Нету таких, знаете, прям отдушек парфюмированных. Нету, вот все такое как-то натуральненькое, вкусненькое. Кумкват. Белый брусочек. Цитрусом пахнет. Ну, кумкват — это же эти маленькие такие мандаринки, горькие, немножечко такие с горчинкой. Но пахнет цитрусом приятно. И это у нас что? Ой, это какие-то травы. Я забыла. Сейчас я вам... То ли прованские травы, не прованские, а вот, вот травяное мыло, забыла, какие травы. Где-то я тоже уже показывала в распаковочке. Здесь совсем, вот смотрите, как много-много вкраплений. И аромат такой пряный, довольно-таки травяной. Травок, пряных травок вкусных, таких полевых. Даже чем-то мне шалфеем оно пахнет. Это маленький боди ваш. Бош, это отельная мылка. Сухой гель для душа. Твердый гель для душа. Такой свежий-свежий парфюмированный. Классный парфюмчиком пахнет. Так, Папудзанис Ароматикс. Это мускус. И ваниль. Ванилью не... нет, есть ваниль. Такой сладкий, ванильно. И ваниль есть, и мускус. Кстати, кто-то говорил из девчонок в распаковке, что эти мылки, они меняют аромат. Аромат деформируется, когда долго лежит, деформируется аромат. Ну, пока, еще пока у меня нормальный. Так, это табак и кедр. Вот такой оливково-табачный. Нет, кедра не слышно, а такой вот такой оливково-табачный аромат. Но не приторный, легкий. Лаванда. Тоже такой оливково-лавандовый. Нету просто именно аромата лаванды. А так вот он с оливочкой пахнет. Оливковая основа. И магнолия. Ой, вкусный цветочный аромат. Яркий, вкусный цветочный. Оливковой основы нету. Так. Еще у меня есть Папудзанис, вот такой вот, 150 лет. Он закрытый. Здесь очень вкусный такой цитрусово-цветочный аромат. Вот такое вот марсельское мыло Папудзанис. С корабликом красивым. Такой кремово... Кремово-цитрусовый. Ну, цитрус еле-еле слышно. А вот кремик очень пахнет вкусно. И очень приятный. Он такой нежный, такой натуральный-натуральный. Афродита. Это у нас манго и папайя. Такие вот красавчики.
Ну, еле-еле слышно манго или папайю, я не знаю, что-то такое экзотическое слышно. Ну, афродита, она практически без аромата, но как бы аромат экзотических фруктов есть, слышно. Так, это опять буду складывать в два этажа, потому что мылки еще у меня есть, чтобы все они поместились. Так, афродита есть. И афродита мед. Были у меня еще там разные виды афродиты. Ну, я что продала, что девчонкам, подружкам дала в пользование. В общем, такое. Приятно пахнет, но еле-еле. Практически не пахнет ничем. Я для лица использую такие мылки. Так, это у нас Греция была. Теперь давайте мы посмотрим Германию. Нивея. Крем-мыло. Классический, вкусный, кремовый аромат, сладенький, нивеевский. Нивея лемонграсс. Зелененький красивый брусочек. Кремовая основа и немножечко такая цитрусовая отдушечка. Нивея крем-мыло классическое, беленькое. Ну, вот здесь вот точно классическая кремовая сладкая Нивея. И мед, и молоко. Такой желтоватый брусочек. Молочно-медовый аромат. Сладенький такой, сладенький. Ну, Нивея она в своем репертуаре. У них все такое вкусное, сладенькое. В общем, так. Далее. Это все Германия. Альтера Росман. 100-граммовый брусочек. Это у нас апельсин. Вот такой вот красавчик. Кремово-апельсиновый аромат. Вкусный, очень вкусный. Альтера Роза. Такой нежно-розовый. Розочкой пахнет. Такой с кислиночкой немножко. Не очень сладкая. Такая вкусненькая. Алверде. Это у нас что? Это миндаль. С маслом миндаля. Такая вот глицериночка. Он как полуглицериновый. Такой цветочно-сладкий миндаль. Чтобы пахло миндалем, может, выветрилось, конечно. Но чтобы пахло миндалем, может быть, и выветрилось. Потому что, видите, здесь есть капелька такая вырезанная. Миндалем оно не пахнет, а такой цветочно-сладкий аромат. Но еле-еле такой нежный-нежный, очень приятный. Алверде лаванда. Тоже есть вкрапления здесь. Такая горькая. Горькая, немножко даже сухая лаванда. Не свежий цветочек, а такая сухая, горькая лаванда. Прикольный, вкусный. Исана. Это все Германия. Экстракт мальвы и масло ши. Росман. То же, что и Альтера фирма. Вот такая вот. Камера немножко искажает. Он такой какой-то... Он порозовее. Но вот здесь я уже слышу, что немножко аромат искажается. Уже пахнет маслом. Просто маслом. Таким вот чувствуется жирок. Нужно его брать в использование. Арка. Это у нас персик. Персик. Арка Дуру. Красивый такой оранжевый. Здесь желтый в камере. Камера. А вообще он оранжевый.
Персик парфюмированный, пахнет приятно, но персик не натуральный, а больше такой парфюмированный. Какого года эта мылка у меня? 18-го. Ого, до 25-го. Ну, видите, 18-й год, но он еще аромат у него держится, есть. Так, Балеа. Мыло для сухой кожи. Ну, вообще написано, что мыло подходит для очень частого мытья рук. Наверное, оно как антибактериальное идет, не знаю, в общем, здесь. Ну, в общем, для очень сухой кожи. Вот так вот оно стоит, как яичко. Кремовый и кремовая основа. И вот что-то, знаете, такое есть, как аптечное, лекарством. Сиди авокадо. Вот такая вот глицериночка. Я его уже мылила, это мыло, пользовалась. Воняет оно мне одеколоном, очень ужасная душка, не знаю, при чем здесь авокадо, без понятия. Такое еще было у меня алоэ вера, и такое еще морское есть. Позже покажу, у меня будет мыление, и там я морское уже, я просто его отложила уже. Ну, сейчас, если оно далеко лежит, я вам сейчас покажу. А, вот оно. Вот такое вот еще. Свежий бриз. Вот такой вот тоже глицериночка. Такая вот. Ну, пахнет, да, пахнет. Морское пахнет очень вкусно. Так свежий такой, ну, как всегда, классический. Ну, классический, но все равно у каждого производителя плюс-минус свои там отдушечки. Вот это пахнет классно, а вот это вот авокадо, ужасное мыло, ужасная отдушка. Судесен, немножечко тут его заклеили. Мыло без ароматизаторов, без красителей, органическое, в общем, для чувствительной кожи. Ну, без ароматизаторов, без красителей смотреть неинтересно. Санет. Тоже органическая мылка. Они у меня. Органическое твердое мыло из растительных масел. Без красителей, ароматизаторов. В общем, всяких наполнителей. Вот такое вот. Ну, я не скажу, что оно без ароматизаторов. То ли оно потянуло где-то. Аромат есть. Такого вот сладенького масилка. То ли шеи, то ли вот, ну, вот есть такой аромат. Так, вот такой вот тоже из недавних. Это мне Вера присылала. Фенил. Это мыло с натуральными маслами. Вот такой вот красавчик. Ой, мне оно пахнет здесь хвоей. Сладкой, вкусной такой хвоей. Табак Ориджинал. 150 грамм. Здесь вот видите, вот парфюмчик. Мылка парфюмирована. Так вот оно запечатано. Ну, да. Парфюмированный такой аромат, прям одеколонистый. Прям такой, знаете, одеколон. Так. Элкас Боди. Крем-мыло с маслом миндаля. Ну, миндаля нет, а вот масло ши, макадамия, вот такое вот сладенькое, но миндаль я не слышу. Так, это у нас была Германия. Давайте мы немножечко вот его как-то опять. В два этажа. Не хочется прерывать просто видео. Так, сюда.
Теперь у меня будет Болгария. Арома с углем. Без штампиков, просто обычный брусочек. Очень приятный аромат. Кстати, оно тоже у меня болтается очень давно. Увидеть бы, конечно, когда оно по срокам. Вот черное. Сейчас вот вроде как нашла. Сейчас я вам скажу. По срокам до 05.23. Я же знаю, что оно у меня болтается очень давно, но пахнет вкусно. Мужские уходовые. Но обалденный аромат. Аромат свой оно не потеряло. Хоть и до 23-го. А, теперь я его не впихну, ладно. Впихнуть невпихуемое. Хорошо, мы потом его туда. Далее, красные ягоды, красные фрукты. Ну, здесь малинка нарисована. Ну, ягодами пахнет. Прям, чтобы малиной пахнет, я не скажу, но такой аромат ягодный. Вишня. Черешня, наверное. Даже глицериновое мыло здесь черешня. Или вишня. Обалденно пахнет вишней и вишневым компотом, и вот этой вот косточкой вишневой. Классно пахнет. Классно-классно вишня пахнет. Папайя. Так, папайя закрытая. Пахнет таким экзотическим. Здесь гуава и папайя. Вот папайя, она же кислая такая, аромат. Я папайю не люблю. А вот гуава пахнет вкусно. Вот таким экзотическим, таким, знаете, насыщенный аромат. Вот пахнет классно. И мята, и чай. Тоже закрытый. Угу. Есть через упаковочку, тоже слышно аромат мяты. Такая вот Болгария. Роза. Ну, здесь уже пойдет одна роза. Вот такой вот брусочек. Так, здесь 150 грамм. Ну, такая, да, болгарская. Болгарская, насыщенная роза. Вот такая вот роза Болгария. Это мужское мылко. Где-то я читала, что это мужское мыло. Да, для мужчин. Болгарская роза для мужчин. Вот такой вот красивый брусочек. Ну, через упаковку слышно, что оно там как-то пахнет. Но я думаю, что оно пахнет очень вкусно, потому что, ну, это Болгария. А, вот такая вот еще роза Болгария. Натуральной розовой водой, тоже вкрапление. Пахнет розой. И вот такая вот болгарская роза. Вот эта вот роза мне нравится, это мылка классная. Вот такие вот с натуральными лепестками роз. Это вкусненько, это нежный аромат, немножечко кислиночка. Это не вот это вот насыщенная. А вот эта вот роза вкусная. Так, посмотрели Болгарию. Теперь Сирия. Одно у меня мылко. Натуральное. Алепское. Традиционное. Я его, конечно, берегу. Потому что его сейчас... Вот именно алепского мылка. Именно Сирии. Ну, не знаю, как... Где у нас? Его не сыщешь. Оливка. Оливка и лавр. Натуральный, классический, оливково-лавровый аромат. Это Бероя. Бероя, Сирия. Так, показывала я вам уже Италию, свою коллекцию. Ну, что-то у меня как-то в этих мылках и две Италии затесалось. Это жасмин и ромашка Апивита. По 125 грамм брусочки. Вот такие вот глицериновые, красивые. Прям такой, как кусочек стеклышка матового.
Жасмином пахнет. Очень вкусно пахнет жасмином. Тоже такой, знаете, кремово-жасминовый аромат. И ромашечка. Ромашечка, что у меня тоже открытый. Ну, ромашка не глицериновая, вот такой вот обычный. Пахнет ромашкой. Вот реально пахнет ромашкой. Угу. Вот эти вот классные, натуральные очень ароматы. Швеция. Один брусочек у меня шведского мыла. Авокадо. Это тоже твердый гель для душа идет. Такой не травяной, а такой как ботвой пахнет. Сорнячками, ботвой. Ну, авокадо. Израиль. Мыло с грязью. Грязевое мыло. Черное. Такое вот. Ну, и аромат у него такой вот, как земли, грязи. Он и пахнет так же. Давайте вот сюда вот будем. Израиль. Мыло с минералами Мертвого моря. Тоже брусочки. Вкрапление есть. Он закрытый. Вкусный такой, свежая отдушечка, немножечко похожа на морскую. Лаванда. Тоже брусочек закрытый, но он уже весь такой пыльный-пыльный. Нужно его брать в использование. Пахнет лавандой очень вкусно. Тоже сухая такая лаванда. Не свежие цветочки, а такой вот сухостойчик. И гранат. Ну, здесь такой парфюмированный фруктовый аромат. Вот именно гранатом не пахнет, как есть отдушки граната, а такой вот фруктовый. Испания. Лексон с кокосом. Открывать не хочу, потому что упаковка хлипкая, она сразу разорвется. Сладенько, пахнет сладенько. Такой лексон я использовала в июле с алоэ, глицериночку, расскажу вам в отзывах. Ограда, роза, это Испанию смотрим мы. Беленький брусочек тоже, без штампика, без ничего. Розой пахнет, вкусненько, кремово, сладенько, пахнет розой. Ограда мед. Мед медком пахнет. Тоже из недавних моих подарков Вера мне присылала. Испания. Вот такой вот мылка. Ну, здесь такой аромат сандал. Вот как сандалом пахнет, такой сладкий, такой прям насыщенный-насыщенный. И два вот таких вот Джонсонс. Это Эмираты. Это тоже уже старички, болтаются давно. Когда оно? 19-го года и срок до 22-го. Но тут уже, конечно, скотчем клеено-переклеено. Пахнет оно какао. Есть аромат такой кофейный. И здесь у меня с экстрактом папайи. Тоже, да, 20. Этот вообще 20 до 23. Здесь до 22, 19. Но сохранился еще. Здесь до 23. Такой вот тоже брусочек. Пока держу, потому что уже их нету таких в продаже. Ой, очень вкусный такой кисленький, фруктовый, экзотических фруктов аромат. Пока берегу, как-то я жадничаю. Вот такая вот у меня небольшая коллекция.
хотелось побыстрее вам уже ее показать, чтобы уже начать понемножечку дергать отсюда мылки. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, что заходите ко мне на канал, за ваши комментарии, за ваши лайки. Всего хорошего, до новых встреч. Всем удачи, пока-пока, счастливо.